Сегодня для многих компаний очевидно, что секрет успеха в бизнесе состоит в том, чтобы всегда опережать своих конкурентов. В своей работе мы всегда стараемся повышать качество нашей продукции и уменьшать издержки. Экспорт стал основной стратегией развития и успеха нашей компании. Общество с ограниченной ответственностью Sunrise – это производственная компания, которая занимается переработкой хвойных пород древесины для экспорта за рубеж. За последнее время компания заключила договоры с предприятиями Египта, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. По этим контрактам Sunrise работает и сейчас, но так было не всегда. Экспортные контракты компании появились только с началом сотрудничества с интернет-ресурсом AllBiz. После кризиса 2008-2010 года, как и многие строительные компании, так и деревообрабатывающая промышленность и наша компания были практически доведены до банкротства. Производство простаивало, заказов не было. В частности, за последний квартал 2008 года Sunrise потеряла около 800 тысяч гривен. Стало понятно, что продвигать товары на внутреннем рынке страны будет невозможно. Первое – из-за большого количества конкурентов, а второе – из-за неплатежеспособности покупателей. Было принято решение оставить внутренний рынок, который до сих пор находится в стадии падения, и искать выходы на внешние рынки, то есть на экспорт. В Украине очень большая сырьевая база древесины, но и конкуренции тоже немало. Чтобы справиться с этой задачей, было принято решение сосредоточиться на экспорте, а именно интегрироваться в интернет, используя его как средство продвижения товаров. Мы приняли решение пользоваться современными методами продвижения товаров, такими как международная B2B-система AllBiz. Выделили бюджет для регистрации на VIP-пакет, так как он специально разработан для экспортеров. До этого рекламными инструментами для продвижения на внутреннем рынке в компании Sunrise практически не пользовались. Иногда публиковали статьи, объявления и рекламные блоки в специализированной печатной прессе. С использованием интернета поменялись возможности, и руководство компании по-новому посмотрело на продвижение, которое теперь стало гораздо эффективнее. На AllBiz Sunrise зарегистрирована с 2011 года. С первого месяца размещения количество звонков увеличилось, и количество заказов на продукцию повысилось в десятки раз. Это и было одной из главных причин, по которой руководство Sunrise запустило масштабную логистическую работу, а именно партнерство с другими производителями. То есть, помимо производства, компания занялась также и продажей изделий из древесины от альтернативных производителей. Начав работать с компанией AllBiz, мы буквально сразу стали получать звонки из-за рубежа, благодаря которым вскоре заключили контракты на экспорт. А именно, контракты были подписаны с компаниями Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. В постсоветском пространстве это были Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия. По этим контрактам мы работаем и сейчас. Sunrise оценили высокую эффективность портала AllBiz, ведь он имеет очень правильную и понятную структуру каталогизатора. На рынке нет компаний, которые предоставляют информационные услуги так же эффективно. AllBiz предоставляет эффективные инструменты для экспорта, так как транслирует информацию о товарах и услугах на 26 языках. Для себя я сделал вывод. Если нас нет в AllBiz, нас нет в бизнесе. Всем, кто пробует работать на экспорт, пожелаю хороших продаж.